Ребята, идет продолжение моей загрузки. То был первый ролик, то второй. Вот карщик, который меня грузить будет. Как-то вот так вот. Дальше вон он поехал. Что-то он махает там, бля. А, он махает, вон чудачки какой-то идет покурить. Вон мы товар уже сложили. Скоро будем грузиться. Начинать. Грузочка. Вот она. Вот, видите? Под самый потолок крыша поднята. Вон он ложит следующего. Под самый потолок. И сейчас мы буду ремнями увязывать. Сегодня ветер сильный, холодно. Конкретно сегодня мороз стоит, видимо. Мне еще крышу эту. Главное застегнуть потом верхушку, чтобы сошлась. Самый потолок загрузили. Сейчас двери закрыл. Еще палет вот эту надо всунуть. Вот. Крышу немножко намучился. Под самый потолок захуяли. Как-то так. Сейчас будем палет сувать. Увязал по специфике. Потому что промежуток вынужден увязать, чтобы не пошло ни вперед, ни назад. Сейчас еще вставлю туда под передок балки. Вот эти две. Сюда под передок и назад, чтобы они не посунулись. И все. Все. Погрузка произошла. Долго. Вот вот сюда вставлю сейчас перемычку, чтобы те средние не пошло. Ремней, конечно, навязано очень. Все, всем удачки. Ребят, стентовал два бока. Закинул перчатки. Закрыл. Полностью. Документы принесли мне. Иду. Сейчас буду выезжать. Вот представьте, с 12 дня. Все, все забрал. Все доски, все. Все. Буду выезжать. Мало как выезжал, там переезд, надо было машину поднять, когда загружают 15 тонн, то она там садится, это низкорамная, там выехать тяжело, надо поднимать и прицепы машины, чтобы ничем не ломать, не сломать ни трап, и то. Все, выехали, едем, вот так вот, интересно, началась работа у меня, сейчас как-то вот, все, едем дальше. Ночь. Сейчас хочу заехать на Неваду, что-то купить. Да купить там немножко, так я уже-то подзакупился. И буду ехать дальше. Ночная покатушка в этот раз выпала с этим червонаком, с этой плохой такой загрузкой. Как-то так. Вот, сейчас заскочу сюда, на Неваду. Возьму картошки, там я не взял, забыл. Да и буду дальше Димич, сейчас будут вставать, что-то взять и ехать дальше. Блин, поставали как. Да ладно, как-то так, сейчас буду идти в магаз дальше. Все, ребята, подзакупился. Выезжаю с Невадки. И еду. Еду дальше. Немцы. Баллон заправлял газы, воняет капец тебе в кабине. На следующем повороте поверните направо. Как фура несется. Пропустим машинку. И тоже мне. Летим. Все, никого нету. Все, ребята. Поехали помаленьку. Едем дальше. Так вот, ребята уже отдыхают.
нас, как всегда, работа. Вон какой поток идет. Как-то так. Германию. Едем по Германии. Дальше. Когда ты вспоминаешь, что сегодня суббота, и ты хочешь закуражить, но ты в трассе, то ты не ломаешь себе кайфа. Второй час лун ночи. И моя гитара семиструнная, чего сидит на горевать. И вы не ломаете себе кайф, потому что вы сюда в танцуйте. Так бывает, потому что когда ночью много долго едешь, уже начинает как бы немножко, как сказать, утомлять, и ты начинаешь немножко гнать. Ну, прикол просто был. Да и все. Второй час ночи, потому что немножко клонило уже на сон. Просто гнал. Всем хорошей ночи. Едем дальше. Мушари и бежала под сюдари, сюдари просто мари, а мы перчику сафари. А Борис, да, ну? Сина мы эту другу, короля левичай, у добро пожаловать, спасибо, а мы самодай. Лабу-дабу-дабу-дай, Аспа нас приняла, бахта лычавит, Йора густым кустур, бахту кыса штыпит. Мы ромал нычавы, это говорит. Хорошо палит. И то, что у нас есть, нам дано от Господа Бога. Где б мы не были, куда бы мы не пошли, чтоб всегда горели нам зеленые фонари. И процветание в наших домах нашим матерям, что свою любовь сороконожка такая. Вынужден пойти по левому пасу. Как жили мы и будем жить в ролях козырей. Нас уважает вся братва из АУЕ. АУЕ. Эта тема возвышается, братве. АУЕ. Буду воровскому процветания везде. Налепите музыку погромче на болтай. По цыганский трек ты гордо головой качай. Из окна цыганский хит как дым ты выпускай. Лабу-дабу-дабу-дэй, лабу-дабу-дай. Счастья, здоровья, благополучия. Люблю, ценю и уважаю. Кату на парусу, вечерний чорний лук. І чудри, як гула, поймати буде крила. Ми самому шарі, бешало по циндарі. Циндарі просто марі, а ми спільчі по сафарі. Всі замати другу, кара нас не застав. І бахта лучаву, застипали, скажилаю. Добро пожаловать в Москва, і сама дай. Отак, вот куда пошли лаву, 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 все, сходим. Вправо уходим. Габаритик взяли. Едем дальше, ребята. Всем хорошей ночи. Ребята, вот я встал. Все. До понедельника. Фирма понедельник откроется. Смотримся, как я встал. А нормально встал. Отлично, в принципе. Даже в раечку в субботу это вообще зачетно. Вот, вот так вот стоим. Ну все, ребят, спокойной ночи. Или доброе утро.
что-то одна из двух, все, буду отдыхать. Высокого полета она кричит: звезде помоги, но это не ее забота. Небо голубое, спишь в моем покое, что-то золотое, подари лучи, хочу не с тобой, вот искать такое, чтоб найти, отбери все лучи. Небо голубое, спишь в моем покое, что-то золотое, подари лучи, хочу не с тобой. Следующего экземпляра. Валим дальше. Солнце своим рассвет, и небо голубое накроется закат. Я приду в покое, зима накроет пледом, согреет своим взглядом. Тогда откроем дверь. Небо голубое, спи в моем покое, солнце золотое, подари лучи, хочу не с тобой. Погнали дальше. Когда продолжается дискач, и ты смотришь, двух хлопцев не пускают по дресс-коду на входе. И ты такой говоришь им: киньте этим хлопцам мешок картошки. А мы продолжаем наш дискотеку. Да и нечем маяться. Ох, да горюшка кручина по дорожке катится. Сзади не тот я, может, с тобой не сурвать. Та-да-дан, 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 та-да-дан. Утро. Уже легче будет.